Где этот херов лейтенант? Эй, к черту лейтенанта! Ну у него рация на! Вот он! Лейтенант, сюда! Вперед! Ты это видел? Мочи, гада! Прекратить огонь! Вот дерьмо! Что теперь? Херова рация осталась у покойника! Заткни пасть, малой! Я пытаюсь думать! Выбора нет! Будем надеяться, что вертолет не улетит без нас! Скорее, парни, попробуем успеть! Окей, парни! Вертолет Петсамбата поперед нас на посадочной площадке! Сержант, послушай! Отсюда. Парни, вперед! Приготовиться! Так, пятое место, все срываемся. Давай. Быстро. Уходим в сторону, только куда уходить-то я не пойму. Вот сюда, по-моему. Да, мы правильно движемся. Надо быстро, потому что враг рестится. Так, пулемет. Кто возьмет пулемет? Пулеметчик есть? Пулеметчик есть. У кого нет, ни хрена. Так, давай вот этот возьмет пулемет. Бабик здесь не самое удачное решение. Давай! Блять, эта война у меня в печенках сидит! Так, осторожно. Так, новая основная цель. Мясорубка. На этом холме расположены позиции Витконга. Чтобы достичь ВПП Майк, на вершине холма вам придется обойти эти позиции. Так, здесь повсюду. Здесь повсюду. Снайпера. Пулеметчики. Давайте я попробую сейчас аккуратненько снайпером поработать какое-то время. Насколько хватит. Так, быстро дуем, быстро. Быстро дуем по этому гребаному. Парни! Надо ручью. Снять пулеметчика! Потом пулеметчики, потом. Блять, нет, нам их придется сейчас снимать. Конь лежит, ё-моё. Где конь? А птичку ему. Давай. Так. Вот дерьмо, я обнаружил мину. Так, ну мы проскочили этот участок опасный. Все втроем. Отлично. Сюда. Обоймы КМАТ-49 обязательно подбирать, стрелять нечем. Так, вот сейчас нужно как-то прорываться прям в наглую. К окопам, прорываемся. Все в окоп! Так, заняли окоп.
Так, сопляка, допустим, сюда поставим. Так, ботяник. На подходе! Так, все за мной. Нужно зачистить окоп. У нас потери! Где потерянный, ё-моё? Я не вижу, где потерянный. Валяется, сука. Приказа истекать кровью не было, солдат! Так, все за мной. Ко мне! Сюда! Блять, патроны кончились. У пулеметчика полностью закончились патроны. Ботяни, вернее. У меня нервы не выдерживают. Сидеть и ждать. Так, мне нужно аптечку. Да, блять, мне надо себя вылечить. Куда ты? Кого он лечит? Ё-моё. Так, вышли к какому-то этому бункеру. Так, штурмовая винтовка тип 56. Кому надо штурмовую винтовку? Эти косоглазые обезьяны меня достали! В принципе, я думаю, что пока никому. У всех все есть. Оставаться на месте! Какой оставаться? Давай! Все за мной. Сука, это не тот чувак. Эти косоглазые обезьяны меня достали! Сюда! Так, здесь более-менее безопасно. Сюда, ко мне! Граната! Пулеметчик, давай, прикрывай этот. Вот это направление. Отлично. Так, пулеметчика положили. Бинты кому? Винты. Так, теперь нужно к тому помещению. Гранатомет. Нахрен он не нужен. Хотя давайте, гранатомет снайпер возьмет. Граната, блядь. Перестань дергаться, дядя! Продвигаемся, продвигаемся, продвигаемся. Так. Все занимаем позицию для обороны. Сюда, допустим, этот сюда, потому что хрен знает, откуда они появятся. Так, смотрим, что здесь лежит. Бинты. У кого бинтов? Ну, в принципе, ладно, сейчас разберемся, у кого их мало, поделим поровну на всех. Так, ну, кажется, мы
прорвались. Каким-то образом все успокоилось. Значит, у сопляка 10 бинтов. У Батяни 20. У малого аж 29. У этого 13. Давайте от... В принципе, у всех нормально, ладно. Сюда! Куда идти? Лево, право? Я не знаю. Тут можно и влево, и вправо. Ну, пошлите вправо. Какая-то пушка. Блять, там мирная зона! Обнаружены мины! Передвигаться осторожно! Мины? Где мины? Я не вижу ни одной мины. Понимаю, где мины. Движемся дальше! Мецамбат не решится сесть в такую грозу! Мины практически невозможно увидеть. Башня работает, снайпер! Двигаться по возможности ползком. Так, много боеприпасов, слава богу, нашли. Обнаружены мины! Передвигаться осторожно! Ну где мины? Где? Еще один есть! Сейчас можем разом все лечь. Я даже... А, на вот подходе. Мина. Вот мина. Ну давайте, пускай. Получилось! Двигаем отсюда! Кто-нибудь обезвредит? Пошел обезвреживать, пока стоим, прикрываем. Мина обезврежена. Оставаться на месте! Ко мне! Сюда! Откуда стреляют? Не понял, что там было. А, это здесь тупик, друзья. Вспомнил, нам по ручью, нам по ручью. Вот отсюда сейчас будет переть враг. Добрались до поселка вьетконговцев. У меня нервы не выдерживают, сидеть и ждать. Так, этот пускай здесь ложится, а мы... Ядрёна мать, лучше дети! Оставайтесь на месте! Так, эти за мной. Чёрт. А здесь нету входа никакого. Тогда все за мной. Сюда! Ё-моё! Отходим! Дебилы! Блять, у них там пулеметы! Надо снять пулеметчика! Блять! Оставаться на месте, не двигаться, смотреть в оба. Давай. Где там пулемет? Вот он. Так, все за мной. Нужно быстро занять этот холм. И тут будем отстреливаться. Оттуда могут идти.
мне память не изменяет. Так, ну вроде прорвались. Кстати, появилась побочная цель — зенитки. В лагере вьетконгов установлены 2 русских зенитных орудия. Уничтожьте их, чтобы помочь авиации. Нужно сейчас будет их закидать гранатами. Ну что, прорвались здесь. Здесь прорвались. Сейчас я соберу быстренько обоймы к МАТ-49. Кстати, есть еще одна побочная миссия — разведданные. Обыщите лагерь на предмет разведданных вьетконга. Данные разведки вьетконгов? Это может пригодиться. Так, первую папку с данными мы нашли. Всего их 4. И все-таки я помню, что где-то вот там вот есть еще один документ. Почему-то здесь закрытое. Может, я что-то путаю? Ничего не понимаю. Ну чё? Батяне уже до хрена патронов. Я думаю, что можно сейчас переключиться на какого-нибудь другого бойца, у кого тяжко с оружием. У этого достаточно. Вот этот бегает с пистолетом. Значит, я буду сейчас пока им управлять, чтобы набрать. Потому что сами они в автоматическом режиме боеприпасы не подбирают. Поэтому теперь будем сопляка снабжать патронами к МАТ-49. Есть контакт! И вот, пожалуйста. Подобрали обойму. Прорываюсь к вам! Теперь будет полегче. Пулеметчика поставим на... прикрывать вот этот вот коридор. А сами давайте обследуем. Аптечки и секретные документы, опять же. Донесение вьетконговской разведки. Может пригодиться. Сюда. Так, нашли вторую папку с документами. Еще 2 осталось. Третья. Данные разведки вьетконгов. Это может пригодиться. Так, этому аптечки. Осталась последняя папка. Чем больше мы выполним побочных заданий, тем больше получим опыта в конце миссии. Прокачаем бойцов. Кстати, нужно уничтожить. Удерживать позицию! Уничтожить зенитку. Поэтому просто я сейчас кину сюда гранату вот так вот. Готово. И все же, где мы пропустили 4-й документ? Он же где-то должен быть. Не понимаю. Надо запастись медицинскими препаратами, пока есть возможность. Здесь мы на небольшой арсенал наткнулись. Штурмовая винтовка. Кому и штурмовую винтовку? Ну, в принципе, что такое? Опаньки. Опаньки. Друзья, здесь... Вот дерьмо, по нам стреляют! Здесь вьетконг. Блять. Сюда! Ядрёна мать! Сучьи дети!
Так, конь прикрывает, этот прикрывает. Хорошо. Один есть! Сопляку давайте, сопляку дадим. Штурмовую винтовку тип 56. Это китайская штурмовая винтовка. Так. Пулемет Дегтярева. Что там у нашего пулеметчика? Есть еще один! В принципе, у него тоже патронов пока что достаточно. Противник убит! 49. Ладно, двигаемся дальше. Граната! Эй, только не граната, ребят. Сейчас все что, вы дружно ляжете? Ё-моё. Так, сопляка нужно в чувство приводить. Приказа истекать кровью не было, солдат! Так, все за мной, все. Сюда! Здоровья нет. Вот, еще патроны. Типа 56, штурмовой винтовки. Это сопляку. Сопляк теперь как следует вооружен. Все нормально. Сюда! Я тогда пока пулеметчиком побегаю. Ко мне! Хотя ладно, не буду я пока пулеметчиком бегать. Сюда! Так, продолжаем. Кстати, документа здесь нету. Гранатомет. Возможно, что вот в этом здании мы сейчас найдем последнюю папку с документами. Хотелось бы в это верить. Красные дымовые шашки. Всем стоять. Оставаться на месте. Давай. Сюда. Оставаться на месте. Так, гранаты. Взрываем и вторую зенитку. Так, дополнительная цель выполнена. Но все-таки мы где-то пропустили разведданные, друзья. Ну, я не могу уйти отсюда, не выполнив побочное задание. Сейчас, походу, все-таки придется мне возвращаться. Это все, мы уже подошли к выходу из этой деревушки. Сюда! Сейчас я по-быстренькому пробегусь. Это не займет много времени, потому что деревню мы зачистили, враги больше появляться не будут. В каком же здании-то я мог оставить, я не пойму, а? Папку с документами. Эта дверь не открывается? Нет. Сейчас, друзья, это много времени не займет. Еще пробежимся, найдем папку. Кажется, вот здесь она. Точно, точно. Вон она лежит, мигает. Аптечки. Патроны к штурмовой винтовке пускай. Сопляк берет. Донесение витконговской разведки может пригодиться. Все, да, собрали мы все. Абсолютно. Давай! Донесение витконговской разведки. У нас все три побочные миссии выполнены. Зенитки, разведданные, оружие, боеприпасы. Ну и все, сейчас миссию заканчиваем. Сейчас выходим с деревни, там подавляем небольшую группу противника. Хотя был случай, когда они у меня одной гранатой сняли всех четверых, поэтому очень осторожно надо действовать.
играю без сохранения и очень неохота заново все переигрывать. Они... Противники появились. Ни хрена себе, сюрприз. Но нам вот сюда. Блять, они спрыгивают с забора, а как дверь? Почему дверь не открывается? Я не понял. Выходить как? Вот эта дверь должна открываться. Но она этого не делает. Что за жесть? Враги начали лезть. Так, место крушения. Ну вот оно, я должен через эти ворота проходить. Или не через эти, друзья. По-моему, не, может быть, не через эти. Пойти надо. Отходим. Через другие, что ли? Через вот эти ворота надо выходить. Нет, эти тоже закрыты. Я ничего не понимаю. Один есть! Почему дверь закрыта? Не открывается. Хотя должна. Оттуда они сейчас будут прыгать до бесконечности. Как я понимаю. Может быть, плохо что-то срабатывает, то есть не под правильным углом стою. Я точно помню, что вот здесь выход. Это просто пипец, ребят. Гранаты, можно это снять, интересно? Еще один есть! Попробую гранаты кинуть, но это навряд ли удастся. Пипец. Сюда. Ворота не открываются, друзья. Ко мне. Чё за жесть? Чё за жесть? Как я должен попадать туда? А, ну может быть вот здесь надо пройти? Ну-ка. Где-то здесь выход. Здесь не открывается. Там точно не открывается. А, вот они, эти гребаные ворота. 5 минут протупили. Вот как это злит меня. Испортил летсплей. Здесь осторожно. Всем стоять. Удерживать позицию! Удерживать позицию! Сейчас попробую снайпером разведать обстановку. Там.
сюда! Приказа истекать кровью не было, солдат! Твою мать, мы в полной заднице! Ко мне! Не могу, не буду! Ни за что, вашу мать! Так, гранатомет может взять, по-моему, снайпер. Или нет? Нет, он может взять только за место снайперки. Ну вот миссия пройдена, друзья. Просто я не уверен, что... У меня есть подозрение, что в следующей миссии мы продолжим, опять же, с тем же набором оружия. Поэтому давайте сейчас все, что можно, соберем. Пистолет ПМ. Где пистолет ПМ? Набрал пинты. Обойма. Обойму пускай подбирает лучше этот пулеметчик. Ко мне! Добрались мы до этого вертолета, и миссия пройдена. Все побочные задания, все основные задания. Время прохождения 29 минут. Раздаем опыт. Так, Батяне. Штурмовая винтовка. Медик. Снайперу. Медик. Пулеметчику. Пулемет. А, не, подождите, медик ему. Ну и врачу. Тоже медик. Таким вот образом. Всем спасибо, друзья, всем пока.